Обращение куратора школы регрессивного гипноза Арго ВП2 Константина ко всем желающим обучаться на четвертом потоке с 1 октября 2023 года. Четвертый поток будет последним в 2023 году. Все, кто чувствует необходимость в обучении, все воины света, прошедшие у нас чистку, но пока еще не определившиеся, приглашаются на обучение. Обучение длится 1,5 месяца плюс 2 недели практики. В общем, 2 месяца. По всем вопросам обращайтесь к нашему администратору. Контакт Ольги стоит в описании к этому видео. Ждем вас! Приглашаем в эту комнату диагностики нашего куратора Константина, куратора школы. Я здесь наблюдаю за вами. Приветствую вас в вашей комнате диагностики. Приветствую вас, дорогой куратор Константин, очень рада вас видеть. Я здесь, чтобы передать вам сообщение. В школе быть. Все, кто дойдет до 1 октября, тот и будет учиться. Они будут работать и приносить пользу. Матрица Земля загрязняется. Нужны люди для дальнейшего развития своей души и помощи развития другим душам. Тот, кто несет свет, те, кто сможет помочь и указать светлую дорогу, чистую, ясную и правильную к осознанности душам. Поэтому те, кто дойдет до 1 октября, те и примут участие в своем образовании. Все понятно, дорогой куратор Константин, 1 октября. С вашей стороны вы можете пригласить ваших учеников на сегодняшний день, ваших коллег, и вместе провести приглашение. Тот, кто услышит, тот и будет учиться в следующем потоке, сколько бы ни пришло осознанных душ. Все понял. Благодарю вас, дорогой куратор Константин, за эту информацию. Так и сделаем. Не смею вас задерживать. Продолжайте работу. Благодарю Энергия вас. Арго здесь наполняет эту комнату и всегда присутствует рядом с вами. Благодарим вас. Не смею мешать. Вы никогда не мешаете, дорогой куратор Константин. До скорых встреч. Благодарим за эту информацию. Во благо. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова.